обычный конвектор с механическим управлением для обогрева больших комнат. Сегодня в обзоре конвектор Балу Камина Эко Турбо Би ИСИ и МТ-2000. Рассмотрим его подробнее. Помимо конвектора в комплект входят ножки с креплениями, инструкция и гарантийный талон. В этой модели используется монолитный нагревательный элемент Hedgehog с увеличенной на 20% площадью теплоотдачи, поэтому он нагревается на 20% быстрее аналогичных устройств. Конвектор компактный. Его ширина 59,5 см, а вес 3,7 кг. Устройство легко перемещать из комнаты в комнату. Мощность 2000 Вт обеспечивает быстрый нагрев помещений площадью до 25 квадратных метров. Бесшумный обогрев достигается благодаря специальному сплаву нагревательного элемента. В этой серии также есть модели мощностью 1000, 1500 и 2500 Вт. Управление состоит из кнопки включения и поворотного переключателя температуры. Они расположены сбоку конвектора. При включении на кнопке загорается зеленый индикатор. У переключателя температуры есть обозначение минимум и максимум. Конвектор умеет запоминать и поддерживать комфортную температуру. Для этого нужно включить прибор на полную мощность, переводя переключатель в положение макс. Когда температура в комнате достигнет комфортного уровня, медленно поверните переключатель против часовой стрелки до щелчка. Так обогреватель будет поддерживать нужную температуру, автоматически включаясь и выключаясь. Конвектор оборудован защитой от перегрева. Он автоматически выключится при предельной температуре. После внезапного отключения электричества функция авторестарта включит прибор с сохранением настроек. Для очистки обогревателя лучше использовать влажную, но не мокрую тряпку. Перед включением прибора убедитесь, что он полностью высох. Конвектор Балу Камина Эко Турбо Би ИСИ и МТ-2000 с механическим управлением подойдет для обогрева больших комнат. Он мощный, быстро нагревается, бесшумно работает и самостоятельно поддерживает комфортную температуру в помещении.